В эфире «Глаз народа ЕАО», программа, с автором которой может стать каждый всего лишь с помощью своего смартфона. Вот такую занимательную кучку обнаружил соавтор программы на территории за пенсионным фондом. Кому пришло в голову вывалить этот мусор здесь, неизвестно, но хотелось бы им сообщить. Высыпайте его в своем доме, под своими окнами или хотя бы в мусорный бак. Мусорный бак, вы наверняка не знаете, это такой контейнер, который придумали специально для того, чтобы люди не захлебнулись в своих отходах. С новыми знаниями вас! Проход в мир неизведанного обнаружил соавтор программы за домом номер 18 по улице Миллера. Мир неизведанного, как и все в изведанном современном мире, оказался тоже забит мусором. Прозаично. Подозрительные мандарины продают нынче в одном из супермаркетов города. Почему они гниют с почернением, остается только догадываться. Догадываетесь ли вы? Ох уж эта русская изобретательность. Из дома выходить нельзя, самоизоляция, но про пикник на крыше никто ничего не говорил. Конфеты «Веселые ядрышки» от авторов батончиков «Задорные орешки», леденцов «Сочные ягодки» и дрожжей «Игривые кокосики». Во время самоизоляции порой начинаешь находить интересное даже в самом заурядном, веселится автор этого фото. Победителем сегодняшнего выпуска признали автора фото «Цветущий цитрус». Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа ЕАО», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа ЕАО». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий. Фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета. Прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов. Станьте соавтором программы «Глаз народа ЕАО». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. Участвуйте в создании программы и смотрите нас каждый понедельник, среду и пятницу. «Глаз народа ЕАО».